Я всех приветствую, и в сегодняшнем видеоролике мы вновь продолжаем проходить сквозь текстуры в различных приложениях. Как вы могли уже заметить, мы оказываемся там, где быть по всей игровой логике не должны. Данный баг достаточно сложен в исполнении, поэтому срабатывает не всегда, однако концепция достаточно проста. Мы взаимодействуем с неким объектом, который является причиной своеобразной кат-сцены, в результате которой мы можем пройти чуть дальше, и наша камера перемещается. Поскольку текстура персонажа перемещается вместе с камерой, вероятно, ну а может быть это не так работает. В общем, мы оказываемся за пределами коллизии данного объекта и оказываемся в конечном итоге там, где игрока быть не должно. Срабатывает, опять же, не всегда, поэтому не знаю, что это сказать. Просто прожимаем многократно клавишу просмотра объекта. После просто движемся и надеемся на то, что баг сработает. Опять же, срабатывает не всегда. И из, например, 50 попыток может оказаться только одна успешная. Никакой системы нет. Hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. Как вы можете заметить, спустя, ну, довольно достаточное количество ошибок, мы все-таки оказываемся здесь. Но и это еще не все. Мы можем продолжить прожимать эту клавишу и, опять же, с достаточно низким шансом оказаться внутри автобуса. Но, опять же, шансы невелики. Либо мы оказываемся внутри, либо на крыше, но, не знаю, тут всегда 50 на 50. В приложении «Ведьмак 2» от компании CD Projekt Red, по мотиву одноименной серии книг «Ведьмак» от именитого автора Анджея Сапковского, баг с загрузкой сохранений и прожиманием одной из клавиш выглядит куда стабильнее, чем то, что происходит здесь. Продолжим, пожалуй. Теперь мы оказались чуть выше, но, в принципе, ожидаемо. Пробуем еще раз. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. Where to find bottles?
Maybe in an old refinery. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. И теперь вот мы вроде как провалились. Теперь мы можем рассматривать все объекты, но стоит учитывать, что иногда из вот этого затекстурья довольно тяжело выбраться. И для того, чтобы его покинуть, нам необходимо будет каким-то образом либо еще раз использовать этот баг, либо просто надеяться на то, что мы найдем то самое место, в котором мы сможем вернуться в нормальное рабочее состояние. Стоит также отметить, что данный баг с перемещением уже где-то на платформе был. Поэтому, поскольку все еще не было доказано реально рабочего метода, чтобы это работало в 100% случаев, было решено сделать данный ролик, в котором рассматривается, ну, не совсем гайд по реализации данного бага, а все-таки что-то похожее. А вот, как-то так. Разумеется, мы вполне можем выбраться из текущего положения, и все, что нам необходимо сделать, это еще раз. Применить данный баг, и с некой долей вероятности мы сможем все-таки покинуть данную локацию. Hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. И вот спустя определенное число попыток мы все-таки смещаемся куда-то в сторону. Но и это еще не все. Далее мы оказываемся здесь, и уже дальше просто покидаем данное место. Таким образом, мы в текстуры вновь не провалимся, только с другой стороны. Ну, по идее.